Строительные, твердые, коммунальные и промышленные отходы – все это находится на глиняном карьере в районе села Высокое. Еще в марте 2019 года местные жители обратились в нашу телекомпанию. Говорили, что карьер этот стал полигоном для незаконной свалки. С проверкой приехали сотрудники природоохранной прокуратуры. Они выяснили, что в глиняном карьере складировали больше 1000 кубометров отходов. В настоящее время органами контроля были изъяты пробы для проведения биотестирования и определения класса опасности. Прокуратурой внесено представление к виновному лицу. Это общество с ограниченной ответственностью «Регионпром». Параллельно с этим к органам контроля была направлена информация о необходимости принятия мер к собственнику по проведению рекультивации полигона. Алексей Секин добавил, что все виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности. Напомним, ранее в этом полигоне проводились работы по организации размещения отходов от биологических очистных сооружений. Тогда природоохранная прокуратура деятельность эту пресекла. Весной 2019 года у карьера местные жители стали вновь замечать тракторы, а также грузовые автомобили.